Батюшки, ребята! Вязаный пальчиковый театр, сумки и даже целая карта района. Как только в стенах сельского клуба затихли звуки ремонта, тут вновь застучали спицы. Этот вид рукоделия Ветчининова любит. С ним знаком буквально каждый второй. А без малого 20 лет здесь работает артель вязальщиц. У нас такой девиз, что в нашем клубе будет вязаное все. Вот мы сейчас с вами разговариваем на фоне культурная карта Волоконовского района, ведь она вся связана. Все 14 поселений и представлены карта с брендом, который тоже вязался. У нас вареники барковские здесь вязаные. У нас малинка, клубника и земляника тоже вязаная. То есть должна быть и книга отзывов у нас тоже будет вязаная. Трудились рукодельницы в здании еще советской постройки. Занимали всего пару комнат. Признаются, обновления вдохновляют. Еще больше хочется творить. И в недостроенном клубе мы всегда собирались. А теперь у нас вообще шикарнейшая комната. Уютная. И мы вот все вот это вот сотворили своими руками. Теперь в клубе есть просторный холл, где можно проводить караоке-вечера и дискотеки. Помещение для уютной артели – тренажерный зал. Оборудован и зрительный – на 50 мест. Для нас, для Министерства культуры Белгородской области, это также большой подарок, потому что когда открываются новые учреждения, когда они модернизируются, у нас есть возможность видеть ваше хорошее настроение, видеть ваши улыбки и знать, что именно в таких местах вы будете созидать, творить и делать благие дела. А для нас это сейчас очень важно. От традиционного разрезания ленты отказались. Все-таки изюминка клуба – вязание. А потому официальный старт работе учреждения дали с помощью необычного клубка нитей. Ветчининовский сельский клуб открыт! Татьяна Куликова, Александр Кветка. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.